Народные средства в руках нерадивых родителей стали смертельным оружием. 8-летний ребенок погиб из-за некомпетентного самолечения. Все произошло в Нижегородском районе. 8-летняя девочка с рождения страдала болезнью кишечника. Серьезной, но не смертельной. И ей всего-то лишь нужна была операция. Но родители решили лечить ребенка сами. В итоге девочка погибла. Почему за здоровьем-то не следили? Вы знали, что она болеет? Почему ее не лечили? Почему? За несколько недель до смерти девочка испытывала острые боли. Однако родители должных мер по лечению девочки не предприняли и занимались самолечением, несмотря на постоянные жалобы малолетней девочки. Вы знали, что она болеет? Была установлена прямая причинно-следственная связь между бездействием родителей и наступлением смерти девочки. Данное заболевание является врожденным, оно легко диагностируется и хирургическим путем лечится. Вину в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания подсудимые признали, раскаялись содеянном. Суд приговорил признать Горянову Екатерину Николаевну, Горянова Владимира Александровича виновным в совершении преступления, назначить наказание в виде 1 года 8 месяцев исправительных работ по основному месту работы.